Евгений Куйвышев провел рабочую встречу с главой Асбеста Натальей Тихоновой. По итогам встречи губернатор поддержал планы по переселению жителей Асбеста из ветхого и аварийного жилья. Ключевой темой стало обсуждение переселения асбестовцев из аварийного и ветхого жилья. Глава региона поддержал планы администрации по работе в этом направлении. Сегодня среди существующих проблем для асбеста сохраняется актуальное переселение граждан именно из аварийного жилья. В предыдущем порядке при поддержке и губернатора Свердловской области, и органов государственной власти, Министерства строительства, мы были участниками региональной программы по переселению из ветхого и непригодного для проживания жилья. И на протяжении 2-3 лет мы достаточно успешно эту программу реализовывали. Люди уезжали из старых домов, из бараков в новые абсолютно квартиры, в девятиэтажки и в пятиэтажки. Глава города отметила, что за последние 2 года 58 асбестовцев переехали в новые квартиры, а уже в 2019 году планируется переселить сразу 59 семей из ветхого жилья. Разговор с губернатором шел и о социально-экономическом развитии города. Кроме того, Евгений Куйвышев и Наталья Тихонова обсудили вопросы, связанные с инвестиционной привлекательностью территории и деятельностью промышленных предприятий, продолжение проведения капитального ремонта дорог. По окончании встречи с губернатором Наталья Тихонова поделилась с нашей телекомпанией своими впечатлениями. Встреча с губернатором Свердловской области Куйвышевым Евгением Владимировичем носит в себе определенный знаковый характер. Я могу сказать, что органы государственной власти, губернатора Свердловской области, безусловно, волнует и интересует ситуация жизни асбестовцев. Какие есть проблемы в территории, какие проекты реализуются. И вы знаете, обращение вот именно такого внимания, да, на перспективы развития территории, это вот одна из задач нашей сегодняшней встречи. Мы поговорили о социально-экономическом развитии нашей территории, мы рассмотрели вопросы, связанные с инвестиционной привлекательностью, с деятельностью наших промышленных предприятий, обратили внимание на реализуемые социальные проекты. Также глава подчеркнула, что за последние 2-3 года произошел серьезный прорыв по реализации проектов на территории нашего города. Наталья Тихонова сделала акцент, что реализация проектов – это не плоды митингов. Порой иногда говорят, что какие-то вещи можно решать только за счет митингов, недовольства и так далее. Я вижу, что есть конструктивная система взаимодействия. Если в территории получается работать, если в территории происходят изменения, готовятся документы, есть поддержка населения, то и, соответственно, эти проекты реализуются. Мне бы очень хотелось поблагодарить наших жителей, которые своевременно определяют инициативы в адрес органов исполнительной власти, в адрес Думы, и которые рассматриваются и поддерживаются губернатором Свердловской области и органами власти. В целом, глава отметила, что губернатор Евгений Куйвышев поддерживает все позитивные изменения, которые происходят в Асбесте. Юрий Чиликин, Максим Фетисов, новости АТВ.